Есть нельзя кушать. Сказал, выйдите, пожалуйста. Я вам сказал, убирайте все свои вещи. А что это вы трогаете? Ваши вещи сейчас. Я место освобождаю. Вы мои вещи не тут. Зачем забрали? Забрали. Все нормально, все по-взрослому. Ваши предъявите, пожалуйста. Кто вы такие? А вы кто такой, чтобы я вам предъявлял? Могу пирожком угостить, Максим? Ну, давайте начнем. Надо? Не надо. Надо. Здесь хранятся документы, которые подписаны. Где? Вот в сумках хранятся. Это вообще бесхозные сумки, брошенные. Да, конечно, ваши бесхозные. Да. Я считаю, что это бесхозные сумки. Я считаю, что вы очень наглый молодой человек. Че, у меня есть пирожки, пойдем поедим где-нибудь. Где-нибудь? Да, тут где-то столик. Да. Ты знаешь, где-то есть? Да, я знаю, тут места все. Зачем? Я же сказал, рабочие зоны, здесь заходить нельзя. Полицейского надо пригласить. Кушайте в другом месте. Но мы сейчас доедем. Здесь нельзя кушать. Сказал, выйдите, пожалуйста. Там он сказал, рабочая зона. Стол поставили для того, чтобы пишут постановление. Нет, чего спорить? Я еще камеру свою поставил. Разговор завести хотите. Вы к нам подошли. Вы решаете ездить. Вместили, кушали, камеру поставили. Вам
предъявили документы полицейские, и мы службы. Какие документы-то? Вам полицейский представился, представился. Служба департамента тоже представилась. Что вам еще надо? Ну-ка покажите. Дата выдачи. Да все нормально, все по-взрослому. А до какого? Я не увидел просто, до какого года? Ваши предъявите, пожалуйста. Кто вы такие? А вы кто такой, чтобы я вам предъявлял? Я же к вам угостить, Максим. Ну, давайте начнем. Надо? Не надо. Надо. Я еще не доел, еще попим. Да. Проблема нельзя здесь находиться посторонним людям. Почему нельзя там? Вам еще раз сказали, здесь рабочее место. Тут хранятся. Но это вы так говорите. Здесь хранятся документы, которые подписаны. Где? Вот в сумках хранятся. Это вообще бесхозные сумки, брошенные. Да, конечно, ваши бесхозные. Да. Я считаю, что это бесхозные сумки. Я считаю, что вы очень наглый молодой человек. Можно. Понимаете? Можете считать. И вот свой диктофон убирайте. Мы подумаем. Что это за законы? Я не знаю, что Им отделили. Поэтому я вас попросил. Да кто им отделил? Каким актом-то нормативно-правовым? Я вам еще раз объяснял. Я сейчас не требовал. Поэтому. А, не требовали, да? Я попросил самоуправство. Я попросил. Получается, было самоуправство. Ты жалуйтесь, пожалуйста, на меня. А что, Евтикович-то у вас еще работает? Евтикович у вас тут сотрудник. Работает, нет? Я хочу, чтобы другой рот. Я хочу, чтобы вы не нарушали. Я не нарушаю, я подошел, вас попросил. Ребята, сказал, у вас записи есть, жалуйтесь на меня. Ну, а я не хочу на вас жаловаться. Я хочу, чтобы вы изначально хорошо работали. Я на дуже работаю. Слушай. Ну, нет, смотрите, вы подошли. С каких-либо совершенно правовых оснований взяли нас. Попросили, да? Попросили отцов покинуть. Не дали нам жить. Вещи раскидали, назовем это так. Понимаете, кто нарушает, то действительно создает какие-то проблемы. Ну, проблемы вот для них создали, в принципе. Они говорят, стоят, ну, сейчас, там даже. А почему вы им содействуете? Почему вы им содействуете? Почему я им не содействую? Ну, давайте нам посодействуем. А куда унесли стул? Вообще. Да, но человек плохо. Нет, да. Вот будет плохо, устал, мы стульчик там, и водички найдем, принесем. И шоколадку купим, если ничего не есть. Не раз такое было. Так что не надо на полицию лишнего где-то наговаривать. Лишнего никогда не говорил, лишнего не видел. А если покажете, то согласен. Вот я думаю, тут вообще закладки какие-то. Вам не кажется, что вот эта вот закладка? Это вот это как раз дает. Нет, это чего вы взяли, что это и сумма? Хуже, чем у меня. Ребят, им просто ничего раз не дали пока. Построили. А мне тоже пока тут не дали. Вот, а пока вы пассажир, вас сюда запустят. Я как вижу, я не знаю, кто вы. Мы все лишь занимаемся изучением права, а также то, как его изучают другие и применяют. Применяют его отвратительно. И не право, а беспредел. Беспредела применения. Это беспределом, я сказал, в принципе, я говорю, они тоже не видят, что они не построили комнату, правильно? Где они даже не сделали. Мы виноваты. Бабушки, да. А вот как считаете, вот данные граждане, они вообще как-то играют положительную роль в борьбе с безбилетниками? Хороший вопрос. Как сказать, если соотношение денег, что сколько пройдут бесплатно и сколько они им на зарплату уйдут, то. Про безбилетный проход или про борьбу с этим? По сути, они не наделены никакими полномочиями даже элементарно потребовать паспорт. Просто они оформляют, знаете как, ну, на дурачка. Да, дайте. И с 2011 года, вот когда у вас убрали вот эту тему с безбилетным проездом, штрафы там повысили до 1000 рублей. С 12-го конца где-то у нас убрали, с 13-го что-то. Ну, в 11-м закон приняли, там, в 13-м вступил в силу. Так вот, они сосут деньги из бюджета. По сути, лучше бы, вот я думаю, я считаю, то, что вам бы подняли зарплату,
Но этим занимались бы вы как уполномоченные лица. Нас раньше они платили вот за это 8700 как раз, потом сняли. Ну, в принципе, я тоже считаю, что много столько служб не надо. Вот опять сейчас коснулся служебных помещений, да? Им не надо служебные. Мне надо. И им надо, слушай, три. Одно, можно сказать, это одно. Ну, производится. Да, ну,